Друзья, привет! Представляете, открыли окно, а здесь такое, здесь продолжение праздника Керва, Фюрти. Это религиозный церковный праздник, который отмечают с июня по октябрь. Я так думаю, что это еще связано с урожаем, потому что его отмечают в сельской местности. А гвоздь программы этого праздника – высокое дерево. Его срубают, везут на площадь, его там поднимают, украшают ленточками, венками, и вокруг состоит уже праздник. Этот аттракционы для детей, еда, музыка, развлечения. Но мне вот только немножко непонятно, зачем дерево срубать. Можно же праздник устроить вокруг дерева, где оно растет. Но у меня есть догадки. Если вы видели мое прошлое видео, я снимала вам этот праздник. Наверное, это дерево устанавливают рядом с церковью, потому что там, где проводили праздник, прям рядом находится церковь. Но это мои только доводы. Не знаю. Если вы знаете ответ на этот вопрос, напишите в комментариях. О, а что здесь делают итальянцы вот на мотоциклах? Там итальянский флаг. О, это кто, дочь? Динозавриус. Привет. Ну, мы этот праздник не отмечаем, и поэтому мы с хорошим настроением, в своих мусульманских традициях, приготовим кебаб. Вот наш вот люляк кебаб ручной работы. Рецепт из интернета, потом скажу, как получилось. Мясо, фарш. Вообще-то лучше, когда говядина с бараниной перемешанная. Ну ладно, у нас была говядина, лук, чеснок, специи, там, перец красный, черный, соль. И надо обязательно очень мясо так его хорошенько побить, помять, чтобы он так на волокна разделился, и тогда он уже не будет рассыпаться. Вот результат, как результат, вот у нас там, видите, не рассыпалось ничего. И будем сейчас пить чай турецкий. Помнишь, как вы? Ну-ка вспомни песню. Федорино горе, помните же, чай пили,
по-турецки говорили. Да? Чай пили, по-турецки говорили. Да, вот она прикладывает к сердцу руку, от души поет. Чуть-чуть осталось. Да? Вкусно, рекомендую. А вместо салата у нас репчатый лук с уксусом. Так подают шашлык в Узбекистане, в Азербайджане. И этот шашлык, кебаб, называется в Узбекистане кейма, молотый шашлык. Но хлеб мы не добавляли. Лайлуш, помахай. А заканчиваем вечером мы арабским кофе, который нам приготовили замечательные соседи. بس ما بدي من عندك انا عندي ابو عندك عادي العم ابو اخ ما اتصل.